Новый магазин Primal Discounter открылся в торговом центре Jumbo. Напоминаю, там только скидочные цены, только желтые ценники. Находится по адресу Дичибал 23/1. Только желтые ценники везде. И здесь... Ой, бабочки даже летают. Смотрите. Магазин в торговом центре. Здесь отдел химии большой. Утомлять ценами вас, друзья, не буду. Все не буду показывать. Покажу только самые интересные товары, которые найду. Кувшин-фильтр с двумя фильтрами сменными. Ведро с отжимом и шваброй стоил 80 леев на 14 литров. Блюдо для закусок из бамбука. Жидкие салфетки 120 штук, 13,85. Корма для животных. Консервы, масло, крупы. Здесь рыбные консервы. Лапша, макароны. Здесь, смотрите, дошики. Golden Dragon по 3,10. Вот это, смотрите, здесь 75 грамм. Какая она крупная, вермишелька это новая. 3,95. Закуски, пивасик, Pringles по 43 лея. Пиво, фестиваль, вино, напитки, игристое шампанское в стекле, в банках. Кетчупы, майонезы, соусы, торчин. Цены наверху. Чаи, кофе, сладости, вода, печенье. Еще печенье и морозилки. Целый ряд морозилок. Специально вам, друзья, не акцентирую на ценах, потому что это будет очень длинное видео. Вы просто приезжайте, кто живет на Ботанике или кто проезжает мимо, и покупайте то, что вас интересует. Вот Пепси, к примеру, 4 литра, 35 лей получается. Ну а я наберу себе, что в руки поместится. 14,75, 244 грамма вот таких печенек. Кажется, были вкусные. Кепчук обязательно беру по-грузински. Тоже был вкусный, помню. И кальве 200-граммовый по 8,80. Вот такой провансаль. Тузя полкило, 31,50. Тоже вкусные конфетки. Вот эту возьму. Это еще гречневая вермишель. Смотрите, гречана написано. Сметана с грибами. Других видов нет. Только этот. Ну, возьму, не знаю, 3 на пробу. Калипсо беру 240 грамм. За 18 лет. Вот сколько разного печенья здесь. А я беру ушки. Коробка 350 грамм, 20 леев. Шоколад бабаевский, люкс черный, по 13 леев, 90 грамм. Хороший шоколад, я уже брал его. Пельмени килограммовые, цены у вас на экране, 35, 39, 35, 48. Плацинды Милино, по 6 штук, по 180 грамм, 50, 61 лей. Пицца замороженная, тесто замороженное. Ну все, я затарился на 150 лей, друзья. Еду домой. Показал вам магазин новый. Приходим, покупаем. Есть товары, которые прям стоит прийти сюда купить. Есть товары, которые можно поискать в других местах. Лайк, подписка, комментарий. Пока.